Магнитогорский «Ашан» через полмесяца закроется, и в связи с этим компания проводит масштабную распродажу всех групп товаров. Покупатели активно пользуются предоставившимся шансом. Что будет вместо «Ашана», разузнала Юлия Бударина. Расставание – это совместное решение «Ашана» и торгово-развлекательного комплекса «Семейный парк». Когда эта компания 5 лет назад заходила в наш город и открывала свой магазин, это был своеобразный эксперимент. На смену ему мы уже подыскали достойного кандидата, будет работать магазин «Спар». Магазин «Спар» уже работает в Магнитогорске форматом супермаркета в 2 магазинах. Он уже полюбился горожанам, но в нашем комплексе он откроется в формате гипермаркета. То есть это будет большая площадь, это будет очень большая линейка продукции, в том числе своего изготовления. И мы надеемся, что он также придется по вкусу и всем жителям города, и клиентам торгового комплекса. Это будет также магазин с демократичными ценами. Причиной закрытия «Ашана» послужили неудовлетворительные финансовые показатели. На продажах ритейлера сказались ограничительные меры, введенные в Магнитогорске в конце марта. Для французского бренда это уже не первое закрытие. За последнее время по всей России повсеместно закрываются магазины. Это связано с постоянным анализом эффективности розничной сети. Ремонт проведут в кратчайший срок, и во втором квартале уже откроется новый гипермаркет. Юлия Бударина, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВН.